Добро пожаловать на канал Клягимаур ТИФАУ. Мы рады представить вам новости из блока «Победители». Тема выпуска сегодня. Исландия избегает влияния порноиндустрии. Для того, чтобы перекрыть поток порнографии, отравляющий сознание детей и подрастающего поколения, исландские власти разработали проект закона, полностью запрещающего порнографию в сети. Таким образом, Исландия может стать первой западноевропейской страной, полностью запрещающей порнографию в интернете. Министр внутренних дел Исландии Огмундур Йохансен создал несколько рабочих групп, которым поручено разработать наиболее эффективные пути изоляции острова от потока грязи и насилия, захлестнувшего всемирную паутину. Еще в 2010 году были запрещены все стриптизные клубы. Ввоз, публикация и распространение традиционной порнографии в Исландии были остановлены ранее. Исландия демонстрирует, каждое государство само имеет власть защищать свою независимость и бороться с внутренним распадом. Почему в других западных странах все наоборот? Или спросим по-другому, может, исландский народ так решителен, потому что не хочет через влияние порноиндустрии стать еще податливее? А мы благодарим вас за внимание. До новых встреч!